вами передача «Дети в городе» и ее самая чумовая рубрика «Поставим». За окном весна. Это значит, что пора дарить всю доброту, ласку и свободное время своим близким. И сегодня наша передача решила зайти в гости в центр семьи «Острова», где царит тепло, уют и взаимопонимание. «Острова» – это проект, который разработан для всей семьи. Здесь каждый человек может найти для себя много полезного и нового. Здесь можно подготовиться к рождению ребенка, а когда это чудо произойдет, здесь можно найти много полезных занятий. Занимайтесь английским, творчеством, музыкой и ходите на курсы маленьких поварят. Ну и, конечно же, здесь можно отметить незабываемо и весело свой день рождения в кругу семьи и любимых персонажей. Ну а сегодня здесь проходят курсы по плаванию, где ребята занимаются с профессиональным тренером в чудо-бассейне. Если дети боятся воды, их учат работать над собой, координировать движения, правильно дышать и расслабляться на воде. Пожалуйста, поподробнее о бассейне. У нас бассейн самый хороший, он первый детский бассейн в городе Харькове, только для беременных и деток. Он небольшой, 7 метров на 4, вода в нем зимой всегда 32 градуса, а летом всегда 30 градусов. Поэтому в нем очень комфортно заниматься и плавать и деткам, и беременным. У нас 4 степени очистки воды. У нас есть ультрафиолет, есть станция дозации, которая сама дозирует, есть еще очистка грубая и проходит через разнообразные фильтры, поэтому родители доверяют нам своих деток с 2 месяцев. Сейчас вы видели занятия, которые называются обучение плаванию. Эти занятия ведут профессиональные тренеры, чемпионы Украины по плаванию и учат деток с 4 лет до 7 держаться на воде. Поэтому родители чувствуют себя вблизи водоема безопасно. А некоторые, возможно, вырастут чемпионами Украины в будущем. Что еще хочется рассказать про наши занятия? Они проходят все равно еще в игровой форме. Родители ждут деток в бассейне, в кафе после бассейна, могут их покормить, они могут там остыть, чуть-чуть отдохнуть. Во время тренировки родители онлайн видят своего ребенка, как он плывет, и радуются всем его достижениям. Что интересного в этих занятиях? Они проходят без родителей. Как я сказала, тренер находится в воде. Самая маленькая глубина у нас 1 метр, самая большая 1,45 м. То есть детки, которым уже исполнилось 4 года, обычно они 1,10 м, они могут стоять и на мелкой части делать упражнения. На глубокой части у них тренировка для плавания. Они плавают на корабликах, это так называются наши доски. Они погружаются на дно за сокровищами, так называются. Все средства, которые они достают с дна для задержки дыхания. И отрабатывают обязательно в такой игровой форме, и тем не менее серьезные навыки. Координация рук и ног, дыхание правильное, правильная осанка. И очень много побочных, как бы полезных эффектов получают, кроме обучения плаванию. Пожалуйста, о своих впечатлениях об этом бассейне. Мы недавно начали ходить сюда, с февраля месяца. И это тот бассейн, где я для себя нашла идеальные условия и отличного педагога. У меня 2 ребенка, и как бы очень довольно сложные по характеру. И вот Лена умничка, она нашла подход и к одному, и ко второму. И у нас на самом деле это 5-е занятие, я вижу шикарный результат.
дети, которых там 4 года мы пытались найти место, где будут плавать, здесь на 5-м занятии они уже сами не боятся воды, плавают. Чему ты уже научилась? Я нырять училась так долго. А ты раньше боялась воды? Не. А сейчас? Тоже не боюсь. Скажи, ты ходишь в этот бассейн? Хожу. А чем ты тут занимаешься? Учусь плавать. Ты уже научилась? Еще не совсем. А тебе нравится ходить на плавание здесь? Нравится. Что нравится тебе на занятиях? Что я плаваю на спине. Чем ты сегодня занимался плаванием? На спине плавала на одной палке. Тебе с детками интересно плавать? Да. Скажите, пожалуйста, комфортно ли условия в бассейне? Температура воды и температура воздуха после того, как дети выходят, она комфортная и нет резких перепадов. Поэтому мамы могут спокойно собрать детей. У меня девочка, это высушить волосы без переохлаждений. После этого дети проходят, идем сюда кушаем. Вот, тоже они здесь охлаждаются, получается, играются, и потом, когда ты выходишь на улицу, то дети не болеют, и с удовольствием сюда ходим. Я сегодня зарядился неимоверным количеством позитивной энергии. Неудивительно, ведь это семейный центр, и теплота и уют здесь обязательный компонент. Всем хорошего настроения. Пока!